Ну вот, собственно, вот где мы находимся. Вот он, наш техцентр. Здесь мы занимаемся полностью детейлингом автомобилей. То есть клеим пленки антигравийные, защитные, цветные, полировка, шумоизоляция. Ну, как бы все, что связано с внешним состоянием автомобиля. Короче, ты волнуешься. Что ты хотел нам показать сегодня? Вот этот финик. Да, можете посмотреть, и финик. Хотел показать вам один автомобиль, над которым мы работаем уже 2 недели, не покладая рук. Да, собственно, вот он. Пойдемте посмотрим. Кто смотрел ролики, вы видели, что с этим автомобилем творили. Автомобиль не щадили вообще нисколечки. Его уничтожали как только можно. Когда он приехал к нам, он был просто в ужасном состоянии, с оторванным бампером, как бы кучей проблем. Мы 2 недели потратили на то, чтобы привести этот автомобиль в достойное состояние. Цвет выбрали, ну, это оптимальный цвет для условий эксплуатации, в которых будет эксплуатироваться данный автомобиль. Как я уже сказал, вы все видели ролики, и я уверен, что отсюда он попрет напрямую в грязь. Даже еще не успеет приехать к нам на осмотр. Я думаю, когда он приедет к нам, мы уже что-нибудь будем, скорее всего, переклеить. А что за осмотр надо делать? Ну, после оклейки, там, спустя некоторое время, мы даем клиентам 10 дней. То есть 10 дней идет полностью усадка пленки. Через 10 дней идет технический осмотр, чтобы устранить все мелкие недочеты, которые могут вылезти, ну, при эксплуатации, и устранить. Так как этот автомобиль разбирали не мы, но собирать пришлось его нам, это было самое проблемное, наверное, что можно. Потому что у нас не хватало всего. Мы не знали, какой откуда болт. И мы на это потратили очень-очень много времени. Все расширители стоят теперь на своем месте. Ничего не торчит. Капот стоит, как он должен. Потому что когда машина к нам приехала, капот стоял просто криво, косо. Бил по крыльям, как бы, и так далее. Почему не матовый? Все клеют матовый. Ну, самая большая проблема матового цвета — это то, что если на нем есть какой-то, ну, образовался какой-то дефект, его не устранить. Когда начинаешь его полировать, он становится глянцевым. Все. Это, ну, а мы глянцевый сделали. А мы сделали глянцевый. То есть, если у нас останутся какие-то следы от грязи, мы всегда их можем отполировать. Или нет? Да, готово. Что происходит? Мне выдадут сегодня, когда мне уже отдадут, я не знаю, сколько я буду неделю. Что происходит? Вытащите камеру вообще. Что это такое? Камеру уберите, пожалуйста. Ну что, весь вечер уговаривали нового владельца автомобиля для того, чтобы просто продолжить какие-то съемки, потому что напланировали, уже расписали минимум на месяц вперед, и тут Геннадич, оказывается, продал автомобиль. Пришлось просто сидеть, объяснять, рассказывать, показали кучу видосов, и в итоге, вы не поверите, но прямо... Во, идеально встал. Но мы решили начать с чего? Мы решили начать просто с покатух. Вы давно писали про Subaru, где Subaru, где все. Мы позвали Subaru клуб. Все, как ни странно, откликнулись, приехали, машин куча. Тут какие-то атмосферки турбовые, я сам не знаю, только приехал, сейчас будем разбираться. Allroad, я напомню, полный сток, я его мерил вчера ради интереса, он поехал 7 секунд до сотни, то есть что-то как-то вообще дохло-дохло. Почему, непонятно. Наверное, придется шить, но пока что, опять же, это не от нас зависит. Будем договариваться с владелицей, будем смотреть, что получится. Big ice.
Это постанова от субаристов или что? Да. Нет, это вежливость, солидарность. Он подождал, увидит, она не поехала. Плюс атмосферная машина 2. Это был стоковый SG5. Единственное, у него стоит ресивер Кимото. То есть там, ну, плюсом лошадей, наверное, 20 есть. А общая мощность? Ну, может, 165, 180, да. Атмомотор на ресивере, на автомате, на выхлопе, полностью трасса выхлоп. Камера моя не улетела. А? Обороты не набрала. Стартанула. Нажми тормоз в пол, вот сейчас. Нет, газ прям в пол его надо нажать. Вот. То есть газ нажимается сразу в пол. Плавно не надо нажимать, только в пол, исключительно. Что сейчас поедет? Subaru Forester SG5 Dory Style 240 сил, если не ошибаюсь. Это максимум. В смысле 240 расчеты? Ну, серьезно? Да. У тебя 240 же? А? 240? 225. А, ну 20 сдохли. С Японии пока машина доехала на пароме. Короче, 224 на палке. Ну, где-то, да, на палке 220. Пушка, бензин. Субаристы уговаривают, говорят, маши, говорит, секунд 20, не меньше. Ауди раздуется. Пока турбина раздуется, и, говорит, подождем, пока Ауди рыгнет. Не, на самом деле у него турбина очень рано дуется. Сток турбина 0.35, дуется 2.300. Удачно приехали, да? Сейчас будет Мерси, БМВ. Говорит, заставили, говорит. Смысл приезжать, если не хочешь ехать? Привет. Привет. Не ездил, да? Нет. Это другой. Это другой. У него там что помочь? Вай-5 здесь 30 сил. Вай-5 тупо. Я когда ее вешаю на какую-то машину, разворачиваю назад, думаю, что она будет выигрывать, она проигрывает. Я повесил на Subaru, и она проиграла. Ну что за дела? Давай, Mercedes 3.5 против Subaru, против всех. Выдержал. 20 заездов подряд. И на замену. Давай начнем с Audi сразу. Субаристы пока думают, кто из них поедет. Да, Audi, мне кажется, уже перегрелась. Да не, она нормально. Промежутки большие. Сейчас она с Мерседесом поедет? Да. Сейчас я сам его заберу. Эффект тот же самый, это перезаезд. Мы не пустили ни квадрокоптер, камеру не перевесили. Там видно, что он отстает. Да, и так все понятно. Мерседес интересный, 272 силы. Вот. Ребята, кстати, некоторые из них подписчики, некоторые нет. Мы вчера просто тут катались, вообще снимали другое видео. Они нас увидели, говорят, да, хотим. Приезжайте завтра, вот туда-то всем, все. Они приехали, пожалуйста. Сейчас спокойно покатаются. И так любой может сделать. И даже ты, который сейчас сидит и смотрит на мое страшное лицо, сможет так сделать.
мотор? Трехлитровый. А сил? 231? Нет, 272. Бензин? Да. Ехать надо, ехать надо. Готов. Блин, а мне сказали Audi. А где Audi? Она уже уехала с Бэхой. Сейчас будет Audi. Бэха ее надрала вообще по полной. Субару объехал? Да. Так а тот Субару, он быстрее, чем Audi. А сколько там лошадей? Я говорю, 300 с небольшим. Поле бьет, да, там? Да больше там, какой 300? Там 350-400 почти. 300 лошадей не мог так обгонять мне, понимаешь? Там больше 350, там почти 400. Думаю, теперь раз. Не, ну баня, не понимаю, ну там лошадей много. Это 350. Да, понятно. Попробуй много раз, давай лучше Audi. Получается, как раз обошел, догнал, если 400 метров брать, там, за щитом где-то. Короче... Ну, потому что задний привод. А? Ну да, он старт у меня хороший, а дальше у него 200. Старт у тебя могут паничить, кстати. Да, блин, круто. Ну, изнутри, кажется, нормально. Почему? Короче... Надо попробовать сесть, стартануть. Ну, стартовать человек не если боится. Если бы левой руль, я бы стартанул. А как я на правом разница? Хочу. Как разница? Левом, иди вговаривай. Не смогу включить. Ты... Давай, заедем. Так, показывай. А не знаешь как стартануть? Почему так долго думаешь? Робот. У него задержка почти секунду. То есть девушка... Не привыкли они. Да, за рулем она как бы не очень... Как тебе сказать? То есть там надо знать, когда бросить газ. То есть вот если я езжу более-менее часто, я знаю, когда это делать. Точнее тормоз, тормоз, да. Тормоз надо слевее, справа газ, отпускать резко, а не наоборот. Нет, там задержка перед стартом. То есть ты тормоз бросил, она стоит. Проиграла. Ну, чуть-чуть проиграла. Ну, на Audi есть такой нюанс. Коробка нагрелась, ланча нет. Но Mercedes объемнее. У него сколько? 3,5 мотора. А здесь всего лишь 2 литра. Это тоже поговаривают. ВАК собрался покупать. Да, но я пенсионерский дизелечек хочу. Трешечку, да? А кто его знает? Может и трешечку. Это будет стоковый форик, такой же вот как черный, только он на автомате. И единственное, у него комплектация у меня XT, а у него кросс-спорт. То есть у него должна быть чуть-чуть где-то позлее. Скорее всего, турбина у него TD-04 стоит, а у меня 0.35. Ты 250 ориентировочный, да? Ну, тут также 240, ну просто может чуть динамики 200, будет 230. Больше.
самый Субарь, который зимой, да, поражал всех. Кстати, в Волге ты хочешь на участке? Ты же хотел подрезать. Чего? Давай, конечно, я в финал еще поедем. Равняйся, слушай. Давай, смотри. Выезжаем, народ, подрасывайся, сразу разгоняемся до 80, я сигнал. Я прям рукой так, раз, два, три. Угу. На третий мы едем. Не ездил так просто. Я понимаю. Мы выезжаем, машин нет. Я буду тебе кричать. Быстро разгоняешься до 80, я к тебе подстраиваюсь. Только ты ехал 60. Мне пришлось из-за этого сбавлять специально. Поехали, блин, поехали. Я этому тоже, он посигналил и не едет. Я говорю, блин, это едь, не едь. Едь, он посигналил. Я говорю, что, реально, он, да, я нажал. Поехали. Не поехал? Поехали. Ну, она у него дуется. Ну что, покатались. Владелица автомобиля заинтересована, как минимум, но машина не едет. Я ее обрадовал, сказал, что Геннадьевич хотел ее прошить. И чип у меня уже лежит на ноутбуке, мне нужно его просто залить. Поэтому, наверное, будем шить. Вопрос такой, снимать нам дальше ее или не снимать? Насколько вам интересно, потому что машина уже не Геннадича, но она сказала, что она на оффроде сделает больше. Поэтому будем смотреть дальше. Пишите комментарии, не забывайте подписываться, жать колокольчик. Наш с Антоном контакт указан. И, в принципе, все прочее тоже. Я хотел сегодня побриться, но думаю, блин, я ж на видео уже засветился, так как бы там... Барсук! Берешь компанию свою всю. Я сегодня там передал тебе привет, там нет. Ну пока ты. И что? Ты видишь порядок? Мусор там стоит, надо его вывести. Надо сейчас мороженка расставится. Где порядок? Тут порядок. В смысле порядок? Ты видишь, чернозема. Надо было стол, может быть, с этой херней убрать в сторону. Че, Пападос, че улыбаешься? Да пиздец. Уехала, даже денег не дала. Не рассчиталась, села, психанула. Вообще не знаю, кто это такая. Машину мне вообще другой человек пригонял. Я в шоке.